Мадридский суд первой инстанции номер 11 уведомил адвокатов фонда Гала, Сальвадор Дали, о результатах экспертизы образцов ДНК художника. В документе сообщается, что анализ полученных биоматериалов позволяет исключить Сальвадора Дали как биологического отца Марии Пилар Абель Мартинес. В сообщении пресс-службы фонда отмечается, что для них это не было неожиданностью, поскольку в ходе дела не было предоставлено достоверных сведений о предполагаемом отцовстве. В июне этого года мадридский суд постановил провести эксгумацию останков живописца для проведения генетической экспертизы. Соответствующий иск подала гадалка Пилар Абель, которая утверждает, что в 1955 году у ее матери была внебрачная связь с Дали. Склеп Дали, находящийся на территории театра-музея в городе Фигерас, был вскрыт 21 июля. По словам представителей фонда, результаты экспертизы должны положить конец абсурдным и искусственным спорам, а останки художника будут возвращены на место. Как восприняла известие о результатах экспертизы Абель, которой с раннего детства внушили, что она родственница известного художника, пока неизвестно.